Этот памятник работает как памятник один раз в год, 9 мая. Да. Ни 8-го, ни 6-го, ни 12-го он не работает. И никто им не интересуется, и никто им не занимается. Так что, ну, если люди хотят помянуть или помянуть Великую Отечественную войну и те жертвы людей, которые там погибли, для этого, извините, есть кладбище. Mm-hmm. Это место, где много русскоязычных людей погибли, и эти кладбища можно почитать. Mm-hmm. Как латыши почитают свое братское кладбище.